Доброго всем времени суток, уважаемые зрители. Совсем недавно на моем канале появилась FIFA 20. И сейчас я хочу записать видеоматериал по очень интересному режиму, который называется Вольта. Вольта — это такой уличный режим, в котором вам дается в команду не стандартное количество игроков, а всего лишь 5 игроков. И вы играете в количестве 5 на 5. В команде могут быть как мужчины, так и женщины, поэтому нужно быть очень внимательным. Если вы покупаете себе игрока, то обратите внимание, если это женщина, неважно, у нее могут быть показатели намного лучше, чем у мужика. Чем еще характеризуется режим Вольта? Он характеризуется тем, что здесь мы по воротам бьем не так, как в обычном режиме. Здесь по маленьким воротам нужно целиться вручную, ребята. Это просто жесть, поверьте мне. Целиться по воротам в ручном режиме — это просто что-то невероятное. Я попробовал сыграть учебную игру, и еле-еле 4-3 мне удалось обыграть учебного соперника. Учитывая то, что этот самый учебный соперник, он, конечно же, был заведомо слабый, потому что это был ознакомительный демо-режим. И я еле-еле со скрипом обыграл этого соперника 4-3 в первом матче. Ну а сейчас это уже команда, которая... выбрано было мной. В этой команде мой игрок, которого я создал, я назвал его, создал, и сейчас буду пытаться в этом режиме что-то сделать. Вот видите, удары по воротам не получаются, я бы уже точно забил гол, если бы это был обычный режим, но здесь нужно целиться вручную. Если ты не целишься, то игрок бьет туда, куда он смотрит. То есть... чтобы забить гол, здесь нужно очень постараться, в отличие от обычного режима. Здесь все осуществляется ногами. То есть вводится мяч в игру, если он вышел за пределы поля, ногами. Вратарь, который стоит на воротах, он, по-моему, тоже играет ногами, если я не ошибаюсь, в этом режиме. Ну, по крайней мере, в учебной миссии, там, где мы играли 3 на 3, там вратарь... ловил ногами все. Ну, как бы он же вратарь, он же игрок, то есть все в одном лице получалось. Вот сейчас, видите, у меня даже не получается к вражеским воротам пробраться, потому что игроки у меня, конечно, слабенькие совсем, там рейтинг 60, что-то такое. То есть самый топовый игрок у меня 70 с чем-то рейтинг из 100, то есть тут... Отлично, забил я гол, ребята, отлично, первый гол. Пока трепал языком, удалось мне забить. Так, о чем я говорил? О том, что здесь единственный игрок, который у меня более-менее может что-то показать на поле, он со звездочкой, он там, по-моему, рейтинг 70 у него, ну, короче, ни о чем вообще. Поэтому, если в этом матче мне удастся одержать победу, это будет просто какое-то чудо, ребята. Но вот уже 1-0, это уже просто что-то невероятное. Нет, все-таки... В режиме 5 на 5 вратарь имеет право играть руками и ловить мяч, брать в руки. В общем, этот режим отличается от режима 3 на 3. В режиме 3 на 3 вратаря, можно сказать, по сути, нету. Ай, пробил. Молодец! Отлично. Интересно, угловые есть здесь? Ох, ребята, тут еще и угловые есть. Ха-ха-хай. Охренеть просто. Оп, проход. Бум. Готово. Еще один гол. Ох, как он красиво радуется. Смотрите, какой оригинальный парнишка. Слушайте, мне начинает нравиться этот режим Вольта. Особенно он мне нравится все больше и больше, когда я вижу в сетке своих врагов мячи, которые я им забиваю. Поэтому мне режим начинает нравиться все больше и больше, ребятушки. Просто прекрасный режим, прекрасный. Эх, не дали мне завершить атаку, и заканчивается первый тайм. Пока что идет перерыв. Ну, давайте продолжим сразу, чтобы не остывать. Я думаю, что здесь так же, как и в основном футболе, не будет, как в хоккее, по три режима, точнее, по три тайма. Здесь будет два тайма, скорее всего.
Блин, смотрите, как они заиграли. Ух ты! Во втором периоде, а? Вот тебе и здрасте. Что-то я про хоккей заговорил, начал говорить не второй тайм, а и второй период, как в хоккее периоды. На тебе! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Отлично! И прошу прощения, кого я напугал своим истерическим смехом. Со смехом. Да ладно тебе! Отрастил бородку, закатал джинсы, купил гироскутер, купил майку, на которой написано «Я веган», купил парогенератор и бум! Ты пидор! А потом сказал, что тебе не нравится футбол и стал гомосеком. Стоп, ребята. А почему не засчитали гол в мои ворота? Ах, хорошо пошло. Отлично, угловой. Бумс! Ай-яй-яй-яй-яй. От меня вышло, от меня. Я в курсе, от меня. Так, ну давай. А не, нифига, от них, я что-то протупился. Хера. Хера! Забил? Не, нифига. Мимо ворот. Очень маленькие ворота, тяжело по ним попасть, да еще и целиться в ручном режиме. Просто каторга, конечно, ребята. Здесь попасть в ворота, это что-то просто из области фантастики. Отлично стоит на воротах, Сид. Прекрасно. Еще мне очень-очень, ребята, нравится в этом режиме, что тут и мужчины, и женщины могут играть одновременно в одной команде. Это просто революционный, ребята, режим. И поведение мяча в FIFA 20, вот уже видно даже в режиме Вольта, мячик ведет себя намного реалистичнее, чем в 19-й FIFA. Он здесь не такой легкий. Здесь чувствуется вес у мяча, и поэтому намного-намного, в разы, конечно, в разы ощущается мяч реалистичнее. Падла, блин, а! Как хорошо на воротах стоит вражеский кипер. Нет, 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 нет! Отправлю в Сухуми собаку, в Сухуми, сволочь ты такая! Дай мне забить еще, дай забить, дядя Степа! Опасный момент, не реализовал мой бомбардир, хотя тут, не знаю, есть ли такое понятие, как бомбардир, тут, наверное, все бомбардиры, защитников и вратарей тут, как бы, не знаю, они вроде есть, вроде их и нет. Ой, как опасно было! Можно было хотя бы на один гол вырваться вперед, но сопернику не удалось, потому что мой вратарь стоит как вкопанный, но когда нужно, он оживает и ловит мяч. Не дает забить врагу. Пошел, пошел! Ну! Угловой, только угловой. Ребята, 10 секунд осталось. Ах ты! 9, 8, 7... 6, нет! Падла ты, а! На последних все-таки забивает, а? Ты смотри как. Девчина, девчина к воротам пробралась и забила гол. Ты смотри-ка, а? Сволочуга. Ну ладно, у меня еще пару секунд есть. Ну! Удар! Еще удар! Все. Второй тайм закончился, и со счетом 3-1, ребята, мы побеждаем. Смотрите, какая стрижка шикарная у этой девушки. Выбрить затылок, это, наверное, для того, чтобы было бы удачнее давать подзатыльники. Я надеюсь, ее мама ей за такую прическу ее озвездюлит. Рейтинг матча 9,3. Темп тут вот нам показывают... Какие-то таблицы, в которых я нихерища просто не шарю, ребята. Но самое главное, что мы одержали победу. Вот как я и говорил, нападающий у меня всего лишь с рейтингом 71. Защитник, полузащитник. А, ну вратарь 75. Неплохо, неплохо. Какая-то бабенка на воротах у нас стоит. Ха, надо же. Так, нанять этого... А, стоп, они спрашивают, кого я хочу нанять. Ну, нападающего давай наймем. С рейтингом 71. В общем, ребята, такой вот получается у нас футбол, режим Вольта, FIFA 2020. Я надеюсь, что вам понравился этот матч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а я вам говорю, до новых встреч, ребята. Всем пока.